25 сентября в Сергиевске состоялась церемония захоронения воина-земляка, погибшего при исполнении служебного долга в зоне СВО. В сентябре 2023 года в Запорожской области погиб уроженец села Сергиевск Дядченко Олег Викторович. Рядовой, водитель автомобильного отделения 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Он родился 26 мая 1987 года, прошел срочную службу, а после закончил Сергиевский губернский техникум по специальности кинология. В апреле текущего года он добровольно заключил контракт на службу в вооруженных силах Российской Федерации. Прощание начиналось в храме в честь святого преподобного Сергия Радонежского. Воин Олег был представлен, он выполнил главную заповедь Христову, заповедь любви. И все воины сейчас именно этим и занимаются, что ради любви, ради своих близких, они готовы отдать свою жизнь и отдают. И в церкви таких людей не забывают. Мы чтим святую память тех, кто погиб на Куликовом Чуполе, тех, кто погиб в смутное время, тех, кто погиб в Великую Отечественную. Конечно же, и воинов, которые сейчас в своей жизни, церковь через века принесет память об этих людях. И это люди, которые выразили свою любовь в самой яркой ее ипостаси. Продолжилась траурная церемония у мемориала павшим воинам у Вечного Огня. И у подножия памятника «Скорбящая мать» зазвучал траурный марш в исполнении оркестра. Указом президента Российской Федерации рядовой Дядченко Олег Викторович награжден орденом мужества посмертно. Награду матери героя лично в руки на церемонии передавал военный комиссар Сергиевского, Исаклинского, Челновершинского и Шанталинского районов Самарской области Александр Яковлев. После чего десятки сергиевцев смогли проститься с земляком, погибшим, защищая интересы Родины, возложив цветы к его фото в военной форме и проследовав к месту захоронения героя.